Добрый день, уважаемые садоводы, с вами Елена Романова, и сегодня я тоже наконец-то получила вот такую посылочку. Это всеми любимую умницу из магазина «Семь семян». Давайте будем открывать, будем смотреть. Дошла посылочка за 5 дней мне до Вологды. Доставка была через СДЭК. Так, накладная. Инструкция. Так, и вот она сама умница. Ручка. Так, как мне теперь достать? Потому что мне не... Камера не установлена, просто держу. Так, давайте отключу, сейчас ее достану и вам покажу. Так, продолжаю. Достала я из такой коробочки вот эту умницу. Внутри было все вот это положено, сейчас я вам покажу. Значит, вот такой фильтр. Так. Это крышка. Дальше, что в комплекте? Трубочка вот такая. Вот. Ручка. Все оно отдельно. Такая ручка. Ремень. Вон тут даже 2 ремня. Да, вот такой ремешочек. Раз, два. 2 ремешочка. Это сама ручка, да, фиксирующая. Брызгаем, не брызгаем. Так, удочка. Удочка, конечно, коротенькая, вот такая небольшая, сантиметров, наверное, я думаю, 50, не больше. Кому надо, понятно, что для деревьев надо заказывать специальную штангу. Так, дальше, что у нас еще тут? Ну, это вот, да, различные разбрызгиватели. Так. Там заряд для аккумулятора. Вот, смотрите, значит, тут вот. Да, заряжается вот так. Насколько хватает, я, естественно, опробую. Вам покажу, как он работает в рабочем состоянии, как он выглядит. Как буду обрызгивать, вам покажу. И скажу, насколько хватает батареи. Также я заказывала еще вот такой вот секатор Фискарс. Вот Фискарс для розочек. Тоже потом в действии покажу, как понравился, не понравился. Заказывала плоскостной, потому что у меня... есть контактный, мне нужен был плоскостной. И вот такой липосам-прилипатель, всем известный, мне положили в подарок. Еще раз повторю, что посылочка была из магазина «Семь семян». И дошла она компании СДЭК за 5 дней. Все в полном порядке, надо сейчас только пробовать в действии. Все, всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Будем с вами пробовать, смотрите.